Алоха, товарищи, с вами Суперген. Продолжается Томми Анжела, мы до сих пор с тобой не прошли данную игру, очень обидно, очень я не знаю, почему мы до сих пор с тобой не прошли эту игру, надо сегодня пройти уже. Консуэльный сын был слейрован, бедный парень, не знаю, что с ним случилось, никогда его не видели до этого. Сейчас нужно просто поехать, не знаю, вот возьмите бомбу Винченцо, поехать надо куда-то, поставить эту бомбу, ну и, наверное, что-то взорвется, я просто не помню, что было в прошлой серии. И потом нам нужно будет поехать на похороны. Ну, что-то случилось с другом сына консула. Очень сложная ситуация, непонятная. Нужно фейерверк устроить, да? Ага, пока. Ну, я пойду, да? Пока. Ага, ну да, никто не найдет бомбу. Да, ты шо? Лапаешь там тёлочек за дядю Винни, а? Не сегодня. У тёлочек нет штука, которая называется дядя Винни. Я не смогу их полапать за это. Ну, в общем, ну не шарит состояние женщин. Это вообще-то осуждаю. Так и вот, что происходит? Я не... Очень сложная ситуация. Сядь в машину. Погоди. Очень сложная погоди. Ситуация, я не знаю, что... Ты должен меня выслушать. Насчет девчонки. Мишель? Да. Я не прошу тебя убивать ее. Пусть она просто исчезнет. Этого достаточно. Ой, плохо будет. Да, был с ней пару раз. Она неплохая, Том. Даже, можно сказать, хорошая. Просто глуповатая. Ну, короче, не заслужила она, чтобы ее убирать лишь за то, что она любит слушать мой трёп. Думаешь, она свалит? Ах ты, скотына! Когда поймёт, что иначе ей не жить, конечно, свалит. Вот сотня. Передай ей, чтобы она могла убраться подальше. За сатыгу! Я постараюсь. Большего не прошу. За дело. Конечно, понимаю то, что это, ну, старые времена, и, допустим, вот мафиозник какой-то ко мне приходит и говорит... Ты знаешь парня, Сэма, точнее, он передал тебе 10 тысяч рублей, скройся. Я такой, ну, понятно, окей, скроемся. Ты выслушал, хватит об этом. Хорошо. Хорошо, ну ладно. Что-то я начинал говорить, а, парень в пиджаке, у него еще жилетка под этим есть, футболка, рубашка. Да что же они так говорят, как я любят. Пока не найдешь хозяина. Он думает, что он неуязвим, так что... Ты без труда к нему подберешься. Что еще я должен знать? Это все. Только ты не затягивай. И Лотти помер молодым, так что речи толкать будут недолго. Когда бомба взорвется, я сделаю свое. Ясно. А что, за молодых много не разговаривают? Это правило древнее мафиозное. Что за жизнь такая? Ты облажался, и тебя посылают в бордель. А я вынужден почищать за тобой на похоронах. Я уважаемый. Скажи, молодой человек. Разве это справедливо? Это всего лишь работа. Тоже мне профи. На этот раз постарайся сделать работу до конца. До конца? Ну там бомба все за меня сделает, я ничего не буду делать. Сори за мат, парень. Я в храм не заходил. Подозреваю, тамошний репертуар не изменился. Последний раз они пели то же самое, что и в моем детстве. Знаешь, ты не больно-то похож на верующего. Это были похороны, Том. Как и всегда. Будто у всех вокруг одно развлечение. Палить по членам семьи. В какой-то момент мы хоронили ребят так часто, что я почти перестал ходить. Скучно там, на похоронах. Да правильно. Такая какая-то мертвая атмосфера. Всегда как на похороны. Неплохая шутка, Том. Запиши ее. Спасибо. Обязательно. Буду на всех похоронах ее рассказывать. Зря так поехал. Конечно, сейчас меня посадят за это, наверное, да? Свадьбы, это уже повеселее. На свадьбу я бы сходил. Как планируешь? Упс, нормально, все. Вот и хорошо. А то я более устал ждать. Этот парень не сможет склеить девку, даже если весь клеем обмажется. По фактам. Он еще встретит кого-нибудь. Том, даже его мамаша оставила всякую надежду. Оставь и что ты так не веришь в него? Хороший парень. Он когда-нибудь встретит девушку, которая полюбит его так же, как ты любишь Мишель, насколько я понимаю. И как Мишель любит твой трёп. Ну, вернемся обратно к пиджачку. Вот этот парниша, у него пиджак, жилет и рубашка. Он берет огромную бомбу, засовывает ее вот сюда, и когда он зайдет в магазин, Гелотин, нет, не Гелотин, ну короче, зайдет в магаз, не превышаю полицейские, зайдет в магаз, и никто, не, да куда ты идешь, молодой? Никто не заметит этого. Кто будет смотреть, что вызовет какой-то хрен, у него вот так выпирать пиджак будет. Они такие, не, ну обычный молодой человек, то он достопочтенный гражданин Российской Федерации, так скажем. Ля, какой красивый собор, а. Ля, готический, как у... Здесь а, мы же были уже здесь, да, я же возил сюда женщину какую-то. Ну, вылази. Я передам семье твои соболезнования. Спасибо огромное. И тебе. Если б я знал этого парня, то обязательно бы его спас. Я пытался его спасти, да... Почему?
Я еду по своей полосе. Это дебилыч с левой полосы поворачивает направо. Ты можешь сразу стоять в правой полосе, чтобы направо поворачивать? Нет, а, мне ж направо надо. И в меня поворачивает. Тут бессмертные, что ли, таксисты, не могу понять. Или все тоже в мафию хотят? Они услышали историю про то, как Томми Анджел... А, тут через квартал мне надо всего лишь. Через квартал, да? Рядом с храмом. Ну, недалеко ехать примерно, как удобно, да? Ой, как приятно, как удобно. Ну, заедем. Так куда ты прыгаешь? Я даже не собирался тебя трогать. И вот. Таксист берет и поворачивает мафиозника. На полном ходу, направо. Дурак, дурак. Здрасте. Назначен. Ладно? Ты что, попутал? Не знаешь, где найти хозяина? Я просто дверь стерегу, друг. А ты, ну, не шаришь, да? Вообще, ни за что. Ой, здорово. Тебе девочку или выпивку? Хозяина мне сюда. Девчонку. А еще у меня есть дело к управляющему. Ну, с девочкой я помочь могу. Пойдем. Выбери ту, что понравится, и наверху вы познакомитесь поближе. Приятно. Выбери рюмочку, расслабься и развлекись как следует. Добрый день, сэр. Вот это пати, я понимаю, конечно, невероятный. А, вот это, да? Вот это. Я обожаю таких. А можно другую посмотреть? Ну, тут еще другие сидят. А, вот есть другие, я могу выбирать, да? О, вот это, конечно, нелинейная игра. Просто поговорить. Если больше ты ничего не хочешь, исполним любой твой. Ля какая, а? Курага. Жилье платить. Давай песни какие-нибудь, романсы старые попоем. Ну, хорошая. Да не надо мне ничего показывать, пожалуйста. Просто давай в лото поиграем. Да, она пользуется спросом. Запишись у того парня за стойкой. К Мишель надо выстоять очередь. Прям очередь, да? Это дефицитный товар, как в Советском Союзе. По талончикам ходит с ней все вместе. А, там Морелла, что ли, стоит? А это, ну, законно? А, здрасте, мужик. Упс! Я не хотел! Я не хотел! Я серьезно не хотел! Сори за мат, простите, пацаны, простите, голубчики, я не хотел ничего сделать. Карманный револьвер сменим. Так, хедшотик даю. Хедшот даю. И иду. Какого хрена, почему так произошло? Да умри, умри! Сейчас зажим будет. Да я FKS так стреляю, я тоже с геймпада FKS играю. Найдите Мишель. Ага, ща найдем. Ты кто? Ты кто, конь? Умри, конь! Как? Я выстрел, я успел. Чё я решил ворваться так с ножа? Я думал, я поговорю с ним. Ну, понятно, окей, хорошо, поговорили. Вот и поговорили, вот и побазарили. Мужик дверь стерёг, я подошел просто с локтя, его вынес. Почему нет? Это мафия. Я тебе напомню, то что у меня бомба в теле. По мне стреляют какие-то мужички из пистолета в тело. Бомба не взорвется, потому что надо кнопку нажать, и тогда бомба сдетонирует. Это обязательный пунктик. Найдите Мишель. Мишель сейчас там развлекается. Мне сейчас не до нее нужно, да? Куда там? Не надо. Стой, я передумал. Дверь закрой. Да как закрыть дверь? Не КД. Ой, ладно, пойду сюда тогда. Ну и хорошо. Ну, сходим сюда тогда. Опа. Я, мафиозник. Прикройте, не надо никого прикрывать. Мне просто отдайте Мишель, я уйду, я ничего больше не хочу. Просто хочу, чтобы Мишель просто уехала. Я пришел, перестрелял пол гостиницы. Мафиозник. Заберу. Ага, смотри, класс. Вечеринка Морелла. Ну что я сказал, Морелла. Мишель номер 200, весь день. То есть я сейчас... Парень. Тут вечеринка Морелла, и я сейчас забегу с пистолетом прям к Морелла на вечеринку и начну всех стрелять. Мне Мишель бы, пожалуйста. День плюс вечер, а это не весь день, да, день плюс вечер. Как бы на утро ее не взяли, обидно. Ширли, номер 109 утра, Маргарет, 210 ночь. А что все такие у Мореллы любвеобильны? Вы что, типа, с женщинами сможете целый день пробыть? Я не могу понять. Что вы такие эти, как бы, снимаетесь в оранжево-черном сайте? Номер, Патриция, Хелен... В номере 6 надо прибраться. Там уже нагадили, да, Морелла. Поганый. Так, Мишель 208. Все, погнали. Я понял. Да, хочешь ты в укрытие, я понял. А, давай перестреляем их. А, хрена нам. На имчик возьмем. Возьмем на скилл. Так куда ты пошел? А, мне же наверх, кстати, надо. А я вот так могу? А чё я не могу?
Перила. Перила не простреливаются. Очень реалистичная игра, хочу заметить. Детектив Диме. Детектив Димас. Ну, хороший детектив, любимый мой. Все сериалы с Димасом пересмотрел детективом. Конечно, если бы, конечно, еще закупили на пятом канале вместо «Следа», и он шел, то было бы намного круче. Ну, «След» нет, «След» нельзя убирать. Я, сори за мат, я не хотел такого говорить. «След» нельзя убирать, «След» великолепный сериал. Особенно там, женщины, особенно вот эту блондинку, которую пытаются сексуализировать до потери пульса создатель фильма. Что она, она такая прям вообще, Мерлин Монро, это такая прекрасная. Ну, точнее, имеется комментарий от Мерлин Монро, мы получили то, что вот эта блондинка из «Следа», она просто... Мужик, вот это ты укрытие себе дошел. А у Морелла гении работают, насколько я понимаю, да? 800 ICQ Play? Да я понял, мужик. Удачи тебе. Пасасан. Да куда? О-ха-хай! Дэм, бой! Куда ты убегаешь? Тут Аим Кинг с левой руки стреляет. У меня нерабочая левка. Я попал, кстати. А вот это сейчас было неожиданно. Я попал. Вот так вот я попал. Не, я Мишель застрелю, я скажу. Она уехала. А потом куда? А я тебе не скажу, куда она уехала. Потому что она уехала. Ты опять будешь сливать ей все наши секреты мафиозные. И все, и дело раскрыто. Как детектив Димас будем действовать? Тупо на Верочку. Номер 208. Нашпигу этого урода свинцом. Не на... Оля, смотри, кто с дробовиком бежит, дебил. А я в хэд попал! Вот попал теперь. Да я попал. Голый хрен какой-то. А Морелла не выйдет погулять, да? Да я попадаю. Ну что за игра какая-то галимая? В меня попали. Да я знаю, у меня ноль промахов. У меня стопроцентный попадать, дядь. Да куда? Да умри ты, перец! Мафиозник, умрешь? Благодарю. Что это было? Он полтора часа умирал. И не хотел умирать. Какой номер это? Что вот это за номер? Выбить дверь. Найдите Мишель в номере 208. Да тут что, номера подписывались были. А, вот они же подписываются, да, окей. Окей, понимаю. Ну ладно, хорошо, тогда сейчас найдем 208. Он, наверное, на этаж выше находится. Ну чисто по логике, да, действую. Я по мафиозной логике действую. Но сейчас я побегу по другим номерам, потому что я хочу собирать... карточки с Димасами. Это моя главная задача в данной игре. Если мы не соберем все карточки с Димасами, ну, игра считается нулевой абсолютно. Нам не сосчитают прохождение. Трушную концовку нам не покажут. С Димасом как раз. Ага, 108. Туалет здесь открыт. А в том номере нет туалета. Да, это вот это люкс, наверное. Ультра-люкс номер с туалетом, собственно. А все остальные на улицу ходят в канаву какать. Ну, почему нет? А тут нет никаких-нибудь секретных женщин в шкафу. А, кстати, уже, наверное, голые женщины будут. И что мне делать тогда? И как мне потом после этого с Ютубом общаться? Ютуб мне предъявит, типа, голые женщины, ты, конечно, да? Я тоже, Ютуб скажет то, что я, в принципе, тоже не против голых женщин, но... А, мне даже маркер на втором этаже горит. Тоже, конечно, не прочь посмотреть на голых женщин, как и ты, молодой человек, но... У меня есть правила, да? У меня есть дети на Ютубе смотрят меня, поэтому... Знай меру на голых женщин. А, вон там лежит Димас, все, сейчас подбираем. Наконец-таки дошли к квартиру. Я не помню, как что. Номер с Димасом. Калеоне Хотел, Мишель Бог. Подожди, прочитать хочу. Уютные номера, роскошная мебель, отзывчивый персонал, приятная компания. Ну, компания-то явно приятная, уже всю перестрелял. Телефон 1704, деловой район, забронировал время. Мишель номер 208. Просто сразу на всех визитках Мишель номер 208. Она отдыхает вообще или она целыми днями скачет на всех людях, я не могу понять. Целыми днями работает бедняжка. Так, открою. А, это не тот номер. Подожди, тут какой-то номер еще выбить можно было, сейчас я выбью. Стоп, тут нет никого? Нет никого, окей, залетаю. Добрый вечер. Мне б Димаса. Я, конечно, понимаю то, что все хотят Мишель, но мне карточку с Димасом, и все, я уйду отсюда. Я Мишель приду, пулечку... Как я патроны поднял? Я поднял патроны, окей, понимаю. Мне бы просто карточку с Димасом, и все. Я пулечку пускаю одну голову в Мишель, и все. И ухожу. Здрасте. Ни одного номера нет карточки с Димасом, вы что, издеваетесь? 800 номеров, и авторы не добавили ни одной карточки сюда, ни одной, просто чтобы я побегал, да, насладился. Какой отель Корлеоне? Ой, отдали дань уважения тому самому Корлеоне. И вот, уютная мебель. Не везде, правда, туалеты есть. Зато есть Мишель и все. А, ну так я моя. Зайду? А в этот я не могу зайти.
Я могу зайти в любой номер, а в этот не могу зайти. Почему? Потому что ответ на вопрос пошел вон. Прикол. Отлично. Все, теперь с фулл хп идем выносить Мишель с ноги. Если Мишель не выносится, ну... Это потому, что мы не собрали карточки с Димасом. Если что, вот эти вот мерцания, это я не знаю, что происходит. И не знаю, почему это происходит. Пойти полуавтоматический дробовик, мне бы взять его, кстати. Ну, нет. Я тебя достану! Не надо. Ой, не надо. Дядь, ты с дробовиком. Отстань, дядь, не надо. Ой, дядь, я передумал. Дядя, стой! Куда ты ушел? Можно, пожалуйста, мы с тобой в одинаковых условиях перестреливаться бы, а не ты на втором этаже за перилами, которые не простреливаются, а я на лесенке просто, как бы, фул мужик с бомбой на груди. Тут кто-то идет, по-моему, КД. Там КД было. Я, конечно, тоже за перилу могу спрятаться. Кстати, это план на миллион. Опа. А где он? Слушай, мистерио. Тупо мистерио. А, третий этаж закрыт. А-а-а, не да, да. Полуголый мужик. Хэдшотик. Ай, да как это происходит? Ну как это происходит? Перчик, ты издеваешься? Выйди, выйди. Я прячусь за перилу. Хрен, набегу. Дает мне голову с дробовика. Набегу, хотя я за перила уже спрятался. Алло, ну что за пынк? Я не могу понять. Мужик, ты из-за этой выйди хотя бы. Ага. Из-за стеночки, чтобы стрелять. Я, конечно, понимаю, что тут собрание ВХшников полностью морелловских поганых. Ну какого хрена? Сквозь стены это стрелять нечестно. Я понимаю, то, что сложность высокая, и это смысл. Там тут везде Мишель 208 номер. Чтоб весь отель приходил Мишель чпокой, да? Почему в отеле нет каких-то других женщин, кроме Мишель? Я, конечно, понимаю то, что, наверное, в отеле присутствуют женщины, как Мишель. Ну, одна единственная только Мишель, как Мишель. А остальные женщины, вот с которой я общался изначально, вот эта дама-курага. Еще, конечно, в соку, но сок надо выдавить. Что это было? Если что, я очень доволен переизданием. Переиздание прекрасное. Я пока ничего не понимаю. О, Димас, да? Hunters Month. Сара Моль Миссион. Вот это вот ради этого сюда мы и пришли. Если тут всего одна единственная карточка на весь отель Корлеоне, то... Здоровье погибшим называется. Мы потеряли целую серию на то, чтобы побегать, посмотреть. Не, ну конечно я потерял, ты скажешь, а ты бегаешь. Ты мог бы уже пойти пулю голову Мишель дать, да? Но я ж хочу трушную концовку с этим, с Димасом. Поэтому я и собираю все карточки. А я там был, да? Я там был. Наверное. Если, конечно, еще когда ты будешь смотреть этот видос, ты скажешь, ой, ну ты пропустил Дима. А, вот 208, подожди, тогда подождем еще. Ты пропустил карточку с Димасом, да, пока бегал, то... Обидно. А, они что, на карте еще ж посвечиваются, да, насколько я помню? Ну, это насколько мне не изменяет память. А она такая девка, то что... Мишель. Не такая, да, как моя память. Ну, все-таки. Ага, взломаем. Типа, я не знаю, где Мишель, я не нашел 150 карточек, потому что написано, иди в 208 номер, там Мишель. И там я зайду, там весь отель просто толпится, никакой этой социальной дистанции, ничего, просто все в Мишель ждут очередь. Там просто как в регистратуру в больнице очередь, вереница отсюда. Я еще не понимаю, почему ее нет, не видно со стороны холла эту очередь. Надо будет подождать. А они не знают, что Мишель на целый день сегодня занята. Придется подождать. Ну, посижу целый день, подожду хреда мне. У меня ж дел других нет никаких. Я ради Мишель сюда пришел. А это Мишель все еще, да? Да. Ну ладно, зайдем. Давай зайдем. Может, там, конечно, да, нам обещают что-то прям невероятное. Мишель, она вся из себя. Ну, заходим, пускаем пулю в голову. Уходи! Убирайся отсюда! Ты что, больная, ты, что ли? Тебе-то что? Знакома с парнем по имени Сэм. Много кого зовут. Ты его знаешь. Mm-hmm. Работает на Дона Сальери. Возможно, ты выуживала у него сведения о наших делах. И, возможно, Дон Морелло заплатил тебе за ценную информацию. Нет, Сэм не верит. Я молчу, и он это знает. А Дон теряет ему денег, потому что кто-то не держит язык за зубами. По фактам. Я только посплетничала с кем-то из девчонок Морелло. Вот тупая. Ой-ой-ой-ой. Скажите Дону, я буду держать рот на замке. А что тебе мешало до этого держать рот на замке? Я знаю. Простите. Прошу, простите.
Следующая попытка будет, я не знала то, что это человек Морелла. Слава, всегда помни о страхе, который чувствуешь сейчас. Помни о том, как твоя жизнь висела на волоске. Еще хоть раз покажешься в этом городе, тебя найдут с парой дыр в затылке. Ты поняла меня? Не, повтори еще раз, я последнее слово не поняла. Радуйся, что у Сэма доброе сердце. Это 100 давай, баксов, да, он по доллару там закинул в пачку. Морелла взял Мишель. А что у нее за беда с портками? Исчезни, и мы будем в расчете. Ну ты только не так, выбегай из отеля, там же подозрения пойдут на меня. Найс, теперь уйти бы отсюда как-нибудь, я не знаю, как я это сделал. О! Прикол. Да не... Почитай хочу. Мишель, завтра ты весь день развлекаешь людей Морелла в номере 208. Буду внизу в комнате отдыха, буду отправлять их к тебе. Делай для них абсолютно все, что потребуют. Начнешь жаловаться, лишишься работы. На улицах да, желающих занять твое место. Если ты хочешь убедить меня передумать, поднимайся на последний этаж и иди ко мне в кабинет. И не забудь надеть то золотое бельишко, оно мне нравится. Все просто обузят, все просто обузят. Невероятно. Тут больше нет никаких других красивых женщин, что ли, в Америке? Я не могу понять. Ой, Америка, ну... То она тебе, она друг детства. Бам! Бам! Голова была. Я не понимаю эту игру. Я ставлю голову, чертейшую голову, просто. Нет, а игра считает то, что я не поставил голову. Да ты отлетишь уже, дядь, ты... Как это произошло? Вот я не понимаю, я выстрелил в него несколько раз. Похрена. Мафия! Плевать, мы не ставили то, чтобы пули летели в точное место, куда ты стреляешь, да? В CSGO пули не летят, куда ты хочешь, а ты хочешь, чтобы в мафии они летели туда, куда хочешь ты. Поэтому отстань, дурак. Это и не шутер тебе. Вот Гарри Поттер и Дары Смерти, вот это шутер. Вот иди, если хочешь стрелять, иди туда стреляй. А нам по хренам. Выйдите, доберитесь до кабинета управляющего. Какая разница, что мне надо от него? А я не надел то золотое бельишко. А, мне ж, да, мне ж бомбу ему заложить надо, кстати. Я что-то уже запамятовал. Хочешь укрытие ты? Ну, найди себе укрытие. Что, я за тебя должен укрытие тебе еще искать? Отлети ты, перец! Ой-ой-ой-ой-ой. Отъянь. Откуда ты вышел? А, ты хороший. Не. Это не хороший был. Дорогой! Я не понимаю. Это просто балдежная игра. Посмотри, как кресло отлетело красиво, да? Прям реалистичненько. Так куда ты убегаешь? Стой! Попался! Да, ага, попался я. Это ты попался, у тебя штанов нет. У меня хотя бы штаны есть. Наконец-то. Я обожаю стрельбу в этой игре. Она просто великолепная. Вот не было стрельбы в этой игре. До вот этого момента все было прекрасно. Нормальная игра была, все. Да? Фу! Началась стрельба в игре. Все, игра скатилась. Потому что, ну как стрелять в этой игре? Я не понимаю. Я стреляю в парня четко. Несколько пулечек. Ноль эмоций вообще у парня. Он даже красненьким не горит прицел у меня. То есть он типа нормальный человек. После этого он разворачивается и начинает стрелять в меня из пистолета. Это задумка такая, план такий. Характер у него. Почему тут у тебя аптечки нет, женщина? Кстати, нормальная женщина, что Мишель, что они нашли в этой Мишель? Просто точно такая же женщина, как и вот этот, просто с другим цветом волос. Перекрась себя в черный и все, у тебя будет миллион заказов. Это я тебе как этот, СММщик, да, рассказываю. Как парень, выкупающий за бизнес-стратегии. Не надо. Я стрелять не умею. Да засай, ну. Да куда ты, господи, где он? Ага, вон он. Отсвечивать не видно ни хрена. У тебя патроны кончились, дорогой, вылази. Вот так вот можно. И он не сорвался. Игра пушечная. Просто пушечная игра. Обожаю эту игру. Рядом с парнем взрывается газовый баллон. Высок дамага. А потому что газовый баллон дамаг должен наносить. И человек, который создает мафию, такой... Что? Я целыми днями его нюхаю. Он не наносит вреда никакого. Он полезный для здоровья. Зачем я взял патроны, если я стреляю только из пистолета, а они тоже в меня стреляют из пистолета, я подбираю их патроны. Видимо, это план у меня такой, задумка такая. Ну ладно. Так, сейчас мне нужно
Доберитесь до кабинета управляющего. Управляющий не догадался, то, что как бы пора валить. То, что какой-то хрен. Взял, прошел через всю гостиницу. Просто через всю гостиницу пробрался. Перестрелял весь его персонал. И он такой, да не, Барри в шляпе, он справится. Понятно, его еще никто не убил, он же жив. Иначе его никто не убил. Да вы дамаг будете пол... А, у него Томпсон есть. Так как ты успеваешь? Я успеваю уйти в укрытие. Ты успеваешь сквозь растения дать мне плюху. Какая граната? Не надо, это незаконно. Незаконно. Ой, ты внезаконник, конечно. Я ушел. А вот мне бы пол лица разнесла бы граната. Вот я больше чем уверен. Пол лица бы отлетел. Да умри ты. Я не стреляю в лицо тебе. Просто помойка голимая. Просто помойная игра, а? Когда она закончится? Можно это последняя миссия будет? Плевать со всеми тимасами, не соберем их. Ты сначала штаны надень, а потом скидывай сколько хочешь меня с моста. Почему ты громко так орешь? Прям на всю гостиницу. Перезаряжаюсь, чтоб я услышал, да? Спасибо. Наконец-таки. Что-то начало стрелять так, что он может отлететь. Это удивительно, конечно. Умер! Да, конечно, по хренам! Куда это умереть? Отъедешь, дорогой, встань. Отъедешь, может быть? Отъедь мы бы! Молодой. Спасибо большое. Граната там была, что ли? А что там лежало? Ничего не понял, мне что-то написали, там что-то лежит, но, видимо, нет, не лежит. Так, я возьму Томпсон, хочу Томпсон. Конечно, он один-единственный у этого парня. А, мистер Револьвера может взять. А у меня патроны сейчас закончатся, и все, и что я буду делать? Я буду громко плакать после этого. Томми Ган хочу. Томми Ган! Ой, Томми Ган! Как название рэпера какого-нибудь на SoundCloud. Томми Ган. Прям по-русски, даже не по-английски, тупо Томми Ган. Угу. Спасибо, переводчики. Спасибо за перевод, называется Томми Ган. Так, окей. Кабинет управляющего находится за 150 миллиардов километров. Хорошо, понятно. Здрасте. Это не то, что вы подумали. А может, это то, что я подумал, да, дорогой? Добрый вечер, я хочу это вам поставить пакич. Не надо. О, плюс мани, да? Заберите деньги, документы. Просто так. Че-то... Так, кнопка. Ага, чат, я почитать хочу. Почитать можно? Все, да? Press F. Не сможем почитать. Почитаем. Дорогой мистер Морелло, могу вас заинтересовать следующие наши клиенты. Если потребуется, представлю все нужные подробности. Несколько городских советников и один конгрессмен, руководящий сотрудники Федеральной налоговой службы, заместитель директора управления тюрем, состоит в апелляционной комиссии. Начальник бюро сухого закона при управлении полиции Лос-Хевена. Помимо этого, кое-кто среди помощников Сальери неравнодушен к нашим девочкам, любит потрепаться в постели и не упустить ничего, чтобы могло бы вас заинтересовать. Искренне ваш Говард Дэвис, управляющий Корлеоной. Вот. Богатый, конечно. Ну, получай, пакич. Он, конечно, себе в комнату войдет. Но он должен сейчас войти в дверь, да? А в окошко мы выйдем. А, ну в окошко пора. А там невысоко, всего третий этаж. Нормально, выживешь. А, ты так не перепрыгнешь. Ты так не перепрыгнешь. Слезь просто, ты по карнизам можешь спуститься вниз, дорогой. Просто по карнизикам вниз. По карнизик, там красивый карниз, ты можешь спуститься вниз. А, ну все. Ой, здоровья погибшим. Это спидран мув, кстати. С помощью бомбы перекину себя на другую крышу. Он шарит за спидран мувы. Томми Ган. Залезь, пожалуйста, спасибо. Сам такой, не надо обзываться. Я просто парень, ну, который убегает. Куда мне надо? Ага, побежим. А вы что, гоните, что ли? Не надо, я убегу. Да-да-да, я убегаю. Подозреваемый убегает. А вот так можно, да? Ничего себе, ладно. В разные стороны, найдите его. Я сейчас найду способ уйти по крышам. Сейчас найду способ. Ты запрыгни, как тебе? Дядь. Дядь, залезь на коробку и залезь наверх.
А, вон лестница для особо одаренных, окей. О, смотри, как он умеет. Он же просто вот так вот не мог залезть, да, с ноги наверх, на плюс В, на крышу. Лестница обязательно нужна была. Да сейчас поднимутся. Обязательно. Алло, смотри, кто. Не надо. У меня Томми Ган. Можно не надо? Не надо. А чё ты ждёшь-то меня? Так! Писячая, поганая игра. Просто поганистанская игра. Голова сработала. Ху-ху! Трипл килл, уху! Таксист там трамвай подрезает. Ну... Ой, господи, а! Мужики стоят в пробке, потому что, ну почему бы нет? Просто тупо стоят. Там даже светофора нет. Они стоят, потому что стоят. Это напоминает сцену из «Голого пистолета», когда они вот так вот стояли и стреляли друг в друга. Я ж не попаду в него сейчас первый раз. Я сейчас выйду, он мне голову поставит. Давай обманем его, давай обманем. Чё, нет? Мы с тобой в страте же можем, давай. А, там еще один стоит дебич, они дошли друг друга, да? Убийцы копов живут недолго. Да я понял. Ну вы умственные гении тоже, я смотрю, недолго будете жить. Вы даже без меня соберетесь, да? Отлетите как-нибудь. Понимаю. Найс. Найс, пацаны. Служебный револьвер заменить. Не, у меня свой служебный. Это, если что, высокая сложность сейчас идет самая. Почти что, да, высочайшая. Там еще есть классика, конечно. Я не знаю, что они будут делать в классике. Я думаю, то же самое, просто стрелять еще больше сквозь стены. А мне бы... А, использовать лестницу. А, ну просто ж прыгнуть нельзя. Ты только что с помощью бомбы перепрыгнул, Томми Анджело. Ни одного полицейского больше нет. Все, все отлетели. Как удобно, чтобы прямо она так по размеру была между двумя крышами. У полицейских нет лестницы. Ну да, полицейские не зарабатывают еще столько, чтобы им хватало на лестницу. Скройтесь в храме. Удобно. Ну, похоже на то. Мне очень нравится еще, как погоди происходит в этой игре. То есть я ухожу... Соседний квартал. И они такие, не, ну парень ушел, все, снимаем с него подозрение. Не будем больше его искать. Потому что по номерам ему сказать, то, что едет такая-то машина с номерами такими-то. Не, это не работает. Парень ушел. Ну, он в другом городе, наверное, уже все. Потом кинем весточку в другой город. И все. 100% найдут его потом когда-нибудь. Ну, не мы. А потому что он ушел. От нас он ушел. Сори. Ты можешь перепрыгнуть? Мне это я слишком сильно понадел. А что это за храм? Как бы низко мы не пали, смерть — это искупление для нас. Уильям... Стыд. ...был грешником, верно? Но также он был любящим сыном, заботливым братом и верным другом. И во имя этих качеств мы помолимся о спасении будущего. А сейчас, я думаю... Это друг Сэм, да? Спасибо, отец. Я хочу отдать дань уважения. Парень, у тебя пулю в голову пустили. В голову. Я никогда не говорил. Не перевязано даже, синяк только. Но ты был мне как брат. Бог знает, сколько раз ты выручал меня в передрягах. Не знаю, как я буду... Что вы здесь де... Стойте. Это ведь он! Тот гад, что убил Билли! Я вас перебью! Угу. Ну перебей! Я вас перебью! Где Сэмми? Сэмми, дорогой! Мне опять в голову попал. Мне опять попал в голову. Даже когда я буду с мышки в голову стрелять, мне игра скажет: «Да ты!» Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, да не надо. Рассказывай мне, что ты в голову стрелять умеешь, молодой. Сэмми, дорогой, помоги, меня убивают в церкви. А вообще по барабану, Сэма нет, он уже с Мишелькой. Он умер? Или он хайпит? Он хайпит все-таки на своей смерти. Я так понимаю, что в храме, наверное, скорее всего, не будет карточек с Димасом, да? Хп нет у меня. Я просто так напряжен, мне надо что-то говорить. Я что, летсплейщик, да? Ты же смотришь... Летсплей? Ну, прохождение, точнее. Но я ничего не могу сказать, так как ты не отлетел? Я просто так напряжен, да? Я не могу. Я просто не могу. У меня желание взять мышку и пройти до наилегчайшем уровне эту игру. Ну потому что это, ну, кошмар какой-то полнейший. Пришли друзья консула.
сам, возможно, консул, да, еще здесь был, он просто убежал. Вот ты кто? Вот кто это? Хрен какой-то просто стоит, окей. Ага, Джонни. Да-да, Джонни. Да-да, Джонни, КД у тебя будет? Джонни. Джонни, КД у тебя? Джонни. Мы поиграли в голый пистолет. Что вы наделали? Убийство в доме божьем? Вы первые начали. Они преступники, отец. Я не убий... Я не такой. Насильники. Убийцы. Но Господь принял бы их. Попроси они о прощении. Может быть, они могли бы помочь бедным во искупление своих грехов. Или могли спасти чью-то жизнь. Не могли бы, отец. Ох ты, мразь. Что? Если хочешь исповедаться, лучше поторопись. Хватит крови, прошу! Я тебе в голову пустил пулю! Простите. Игра! Можете считать это божественным возмездием. Да он не умер-то все равно! Не умер он! Он хайпит! Можно его по кускам разделать, нахрен? Теперь мы квиты. Да. Как я бы голову... Пока что. Это компенсация. Вот это ты зря, конечно, дорогой. Мне не нужны грязные деньги. У них вы взяли. Как по мне, особой разницы нет. Как главный герой? Это за то, чтобы залатать тут дыры от пуль. И за ваше молчание. Из человека, который водил такси, превратился вот в этого человека. Что у стрелков был акцент с восточного побережья. Откуда-то издалека. Ясно? Я не буду лгать. Просто ничего не скажу. Да тебя посадят за это, дядь. Мы бы очень не хотели возвращаться. А ты где был, твою мать? Их парни узнали меня и двое зашли. И тут же выставили из цепи. Где они сейчас? Сразу выставили. А, Димас? Пошли. Надо убираться отсюда. Дешевый журнал. А почему нет? Ну, естественно, почему? Лежит на алтаре дешевый журнал с детективами. Что? Что? Я его вижу. Ты сквозь стены видишь, что ли? Я его вижу! Франк Винти, импар бэй. Парни, отрепите церковь! Что? Что происходит? А, классно, уедем. Погнали в катафалк. Я сяду. Не, я присяду. Я укачусь. Сейчас уезжаем, короче, из вот этого места, и все, я заканчиваю на этом видос. Ты сядешь в машину или нет? Спасибо. Во-первых, я даю пулю в голову человеку, прям впритык. Вообще, грузовик, ты... По хренам. Я все, я застрял, машина застряла. У меня машина застряла. Да, денек выдался богатым на сюрпризы. Ты веди, а то и правда на кладбище уедем. У меня машина застряла. Спасибо большое, полицейский. Я поеду. У меня машина не едет. У меня машина АФК. Вот я жму. Жму! Машина стоит! Игра просто помойка. Просто полнейшая помойка. А, убейте его. Все, катафалк умер, да? Как это иронично, ага. У меня столько много вопросов, И 100% игра не даст мне на это ответ. Просто говно из попы, вот такое вот. Даже побольше, в два раза больше. Все, это была Мафия, спасибо огромное за просмотр. Я не знаю, буду ли я проходить эту игру до конца. Ставь лайк, подписывайся на канал, делись эти видео со своими друзьями. Пиши обязательно комментарий любой. Даже то, что эта игра прекрасна, я пойму, я приму. Люди, которые спонсируют мой канал на Тир 2, Клуб Чемпионов, спасибо огромное этим людям и всем спонсорам моего канала. Вы поддерживаете канал, помогаете каналу выживать в этом трудном мире. Спасибо вам огромное. Хочешь попасть в список этих прекрасных людей или просто помочь каналу, ссылка на донейшн, на спонсирование в описании. Еще раз спасибо огромное за просмотр, удачи тебе и...